только взлет из аэропорта Ататюрка, город Стамбул. Сегодня 3 ноября. У нас, кстати, женщина-пилот. Сказали, все обалдели. Это авиакомпания «Победа». С 29 октября у них нововведения начались. То есть введена онлайн-регистрация. Если ты онлайн не зарегистрировался, то агент в аэропорту берет с тебя 25 евро. Я охереваю. Люди все деньги делают. Но у меня получилось все успешно зарегистрировать. А когда нас посадили в самолет, зашла девушка с регистрацией. Вот самолет как раз залетает. Это Turkish Airlines. Вот он едет, едет, едет по взлетной полосе. Мы, кстати, 4-й на взлет. Мы тут в очереди стояли. Это уже 3-й самолет взлетает. Прям очередь создана была. Зашла девушка со стойки регистрации, вот там, и смотрела, все ли сидят на своих местах. Ну, то есть, я думаю, как она смотрела? Я-то пересела на другое место. Поменялась, села рядом с каким-то мужиком. Он мне говорит, что-то мы с ним разговаривали, я говорю, сколько билетов покупали? Он такой, не знаю, жена попала. Я говорю, а где жена? Он говорит, он там сидит. Я говорю, давайте поменяемся. Я говорю, зачем я буду сидеть с чужим мужем? Давайте. И мы там без палева с этой женщиной поменялись. Ой, как взлетная полоса красивая, не видно. Она вся в огнях. Она вся мерцает. Ой, она красивая. Стамбул шикарный город. А аэропорт Ататюрк хороший. Кстати, в Стамбуле открыли новый аэропорт. Вот буквально, может быть, дня 4 назад. Может, 5. В новостях я уже смотрела, находясь в Турции, смотрела, Владимир Путин приезжал наш, Хабиб наш этот, как он, Наургалиев, блин, как Хабиб эта фамилия, наш-то боец, который Макгрегора там нахлобучил, мы все турбины заработали. Просто замирает дыхание. Просто шикарно.
высоте, но вроде бы все самолеты, я не знаю, в последнее время я часто летаю Победой, 11 тысяч метров.